Сегодня я вам покажу интересное явление. Трутовик ложный растет. Но здесь вот он уже точечки, если есть, то вот на нем точечки. Значит, уже его жучок тут поразил. То есть он уже довольно старый. Но тут самое интересное то, что он вырос на наросте. То есть вначале нарост поразил дерево. Вот они, куча усеяна тут наростов. А потом этот нарост поражает гриб. Причем это не один случай. Вот то же самое. Вот нарост. Вот гриб. Здесь уже он более такой нормальный, потому что здесь точек нет. То есть этот гриб можно использовать, снимать. Снимается он уже от нароста. Но здесь, кстати, он, наверное, хотя он должен сниматься тяжело, как этот будет сниматься, я не знаю. И вот самое интересное дальше. Вот сплошные наросты. А потом вот там вверху тоже с левой стороны вижу гриб. Тоже на наросте растет. Дерево еще живое. Вот внизу тоже вырос он. Интересный экземпляр.